получается, допустим, отсюда. Я ставлю руки, раз, опустился, выпрямился. Ставлю руки, раз, опустился, и поехали. Каждый для себя счет от 8 и выше. Так или не бьемся. И все. Ножки прямо тянем, и ножку опускаем так и прямо. Аккуратно. Прям смело, по ногами к стене. На счет 3 прыгай. Раз, два, три. Габариты сказать, сколько это шаг, не шаг. Да, в общем, как минимум, чтобы нам можно было шагнуть. Да. Смотрите, это положение. Сейчас, не отрывая таза от стены, тянемся до пола, протянулись. Ножки здесь будут прямые, протягиваем вот это под колено, да, тянемся. Почему мы создаем натяжение? Чем дальше будем отходить, тем больше будет натяжение. Ну, да. Чем мы ближе, тем натяжение, ну не так оно, не так оно болит, хотя тоже прямой можно наклониться. Ох, мышцу скрутило. Вдох, выдох, да. Вдох, выдох. Теперь по возможности зацепились. Сейчас могу, да, за пяточки. Также себя протягиваем. Вдох. У нас положение верхнее, на выдох. Молодцы. Теперь руками или коснуться вот туда угла. К стене тянемся. Молодцы. Так, мы встали, опять спинка прямая. Да. Из этого же положения прям раскатались, да, по стене. Руками можно прижаться к руку бедер. Поднимаем правую ногу. 15 отжимать. Баланс. Нет, не спешим, голову поднимаем. Все, понял. Да. Спинка прямая. Спинка раз, прям раз. Да, да. Вот. Ручки натянуты, прям как струна натянута, руки ладошки. Поменяли. Носочек от себя натянут. Поставили. Теперь правую ногу согнули в колени. Да. Вот смотрите, вот по идее, вот это и есть то расстояние шага. Вот это вот расстояние, вот что я пытаюсь пробиться, да, когда, например, делаем шаг под шаг. Из этого уже положение. Ноги узко, да, ничего не отрубить, может. Сейчас мы это попробуем. Поставили, да? Комфортно себя чувствуете? Нормально? Пяточку на себя, на пятку. Карточку на себя. Выпрыгнул на себя, бля. Вот так, валим, валим. Ос!
поставили и поменяли другую. Да. Опять носочек на себя. Получится пятку на себя. Руки больше к стене. Да. Пошла, грудь вперед. Лопатки развели. Теперь смотрите. Опять поставили. Теперь давайте две ноги на пятку. Да. Две пятки. Две пятки на себя. Осанку. И теперь поехали, просто опять покачайтесь. Чувствуете, да? Экран можно написать и оставить на кости, если вылезаем. По-моему, сюда на кости. Давай, покачай. Здесь надо начинать расти. Здесь открывает двери на стол. Поднимается. Понимаешь, да? Она прям бухает. Поэтому понимаем, что было. Не обязательно все время какие-то упражнения, разрушающие на растяжение для себя. Хорошо будет. Замечательно, пятнадцатая часть. Давайте поделали. Поделали. Покачались. Зафиксировались в этом положении, ножки подняли. Носочки подняли. Зафиксировались. Теперь делаем наклон и касаемся либо носочка, пальцем, либо пола. Можно протянуть, можно взяться, опять носочки на себя тянуть, поднимаемся. Пяточками до колен. Локтями до колен. Это будет хорошо. Теперь опять ногу поставили одну правую ногу к стене. Делаем такое действие. И сделаем мельницу. То есть в этом положении просто делаем мельницу. Да. Да-да-да. Еще раз. Еще раз. А теперь опорную ногу, которая прямая, натяните носочек на себя, опять на пятку. И получим вот такое интересное призовое действие. И падаем. Это запустили, да? Такое. Тара-тара-там. Сделали, да, мы все сделали. Поменяли ноги. Поменяли ногу, также правили носочки для себя. Наклонились. Левую ручку ногой. Поднимите правую ручку вверх. Ладошка, да, лицо смотрит. На, от лица. Поменяли, делали вот эту мельницу. Давай, баланс, да. Еще раз. Теперь такие движения для того, чтобы сбивать. Еще раз. Но, когда вы будете наклонять, соответственно, выступление, вам нужно смотреть вперед. Оп. Молодцы. Сделали полшага от стены. Сейчас задача. Я делаю наклон вперед руками. Поднимаю правую ногу. Поднимаю не в коленке, сгибаю, а поднимаю вот так. Поднял правую. Поднял левую. Опустил правую. Опустил левую. Выпрямился. Раз, два, раз, сейчас откроемся руку, два, я просто каждый по дуге, да, по дуге, раз, молодцы, и теперь поехали в свободном режиме от 8 раз, 8 и выше, сколько на кого хватает, ну, в это, 8-100%, ногу не гну, ноги не гнем, ручки наклонили, спокойненько, ножки подняли, раз, два, можно начинать с правой, левой, с правой, левой.
А потом можно левое, правое, левое, правое. Можно предпоставить правое, левое, и потом верну левое, правое. Да, разные варианты. Ноги не гнут в колени. Еще разок, да? Ну что, прямо? Ну тот самый раз зафиксируется. Сейчас задача. Ноги, корпус 90 градусов. То есть ногами отходите, спина, шея, спина прямая, ноги, корпус 90 градусов. Держим. Тяжело, тяжело. Давай, ставь бок. Еще ноги чуть пониже. Еще чуть пониже. Все, держим. Держим, держим, держим. Держим. Давай, Денчик, подсоблю. Тяжело. У меня получилось. Получилось немного. Ну ладно, хорошо, если немножко получилось. Давай сейчас встань, чтобы я тебя уравновесил, прям ты понял. Вообще никак 90 градусов. Немножко ниже. Все, руками подойди, пожалуйста, на сиденье. Руками подойди сюда. Ножками тяни. Все, молодец, держи. 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 Все, и теперь спокойно ты ножки поднимаешь. И опускал. Да, я опустил. Опустил, да. Молодец. Держи. Красавчик. Серж, да? Давай. Давай. Держи. Молодец. И спокойненько. Молодцы. Следующее. То мы делали вот здесь, 90 градусов. А теперь надо руки, корпус 90 градусов. То есть еще дальше отходим от пола ногами. Ну, например, я встал ножками вот здесь, отошел от пола, от стены. И поставил руки, корпус 90 градусов. Да, да, носки скользят. Носки скользят. Попробуем. Держим. На носочек теперь. А ниже ноги давай. Еще. И один путь прям спокойненько. Да. Спокойненько. Руки вытянули. Да. Теперь из этого же положения. За голеностоп. Взялись. И бублик. Пробуем, попробуем, пробуем, конечно. Держим. Держим, держим. Поехали, покачиваем. Молодцы, ножки положили. Теперь протяг пятками до пола. Одной. Пятками до пола. Другой. Пятками до пола. Молодцы, теперь лоб. Следующее. Следующее.
Полумостик. Выбрали расстояние полшага. Ну, лучше, да, аккуратно, да. Так еще в ухо задуют. Да. Через пятку. Через пятку может в ухо задуть. Делаем полумостик. Сначала двумя руками. Спокойно, да, толкнулись. Потом правый или левый. Почерпнули. Вниз надо взять, да. Вниз. Поля. После каждого упала я наклон вниз. Правый, вниз и левый. Еще раз двумя. Вниз. Нет, до конца. Правый. Пройдем и вернемся. Серый, да, ну, заходишь до пробы, и ну, и вернее, я обратно. Даша, сколько нам шагов? 3-4 оборота. Да. Поехали. Исходное положение. Все, по команде руки к брюке, к стене. И поехали. Я предлагаю делать правой ногой шаг вперед, за спину, за левую, вперед. Раз. Левый за спину себя. Стоишь. Правый. Раз, плечи. Не тратишь, надо от стены отталкиваться. Понятно. Все, дошел. Назад. Поехали. Дошел, встали. Так, молодцы. Теперь задача еще ниже. То есть, наверное, вот до такого. Ну, во всяком случае, на уровне близится. К. Так, к стене приближаемся. Можно сделать вот так. Можно сделать вот так. Я могу сделать на пару. Ногу вовнутрь. Давай, друзья.
размер. Когда сидишь, вот так. Поехали. Нет, вот так же. Ножку, соответственно, левую, идем вовнутрь. Может, давайте сделаем сначала вовнутрь, потом. Обратный ход можно сразу же, да. Можно вот так закидывать. Сначала вовнутрь, левую ноги и поехали. Ребята, на минуту, и поехали. Теперь наружу. Правую ногу наружу. Молодцы. Просто помогу буру. Лицом к стене. Ручку мы уперлись. Расстояние фактически, да. Бег на месте, сначала просто ходьбой. Толкаем. Брат толкает полностью. Прямо. Можно разрешается подвигаться. Разрешается. Двигайся сюда. Да-да-да-да-да. Дэнчик давай к нам. Сейчас болел?
У тебя книга показания есть столетие. Точно? А как так? Да, должен там это замолил. Нет, что-то кости. Аккуратно. На нас очень. И береги себя, хорошо? Нет, если болит, то аккуратнее, береги себя. Точно? Точно. Хорошо, аккуратно. Держи на нас очень. Отсылки подальше. Головой не разносится. Коленочки повыше. На нас очень. Толкаем, как будто нам надо с телом толкнуть. Ну да, мне тяжелые машины помогают толкать. Пробуем, конечно, очень тяжело. Фура, КамАЗ, дай что там, масса. Говорил, насколько мы это отвинули, пока вас не было. Масса, ты видишь, она отвинула? Сдвигается к стене полностью. Вам тоже надо отодвинуть мат свой край. Стараться будете отодвинуть? Он-то всегда сдвигается. А что, побежим, он туда сдвигается. Побежали, парни, побежали. Да. Остановились. Теперь смотрите. Берем, начинаем ручкой. Раз, покачали вот так, два. Раз, нет, руки не растягиваем перед собой. Вот такой, вернее, не в сторону, а перед собой. Раз, суставчик. Размяли, да, перед турником. Можно вниз. Вот так вот можно. Раз, как будто бы обкатали. Да. Но только тебе надо вернуть его опять на исходную. Надо прокрутить и вернуть опять так. То есть получается прокрутить и опять вернуть. Молодец, там столько тебе надо смотреть. Раз, вот так не думал, опять еще раз питание. Та-т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 а. Оп! И той же рукой, да, да, да. Давай, помогу сейчас. Что ты Наверное, но это, блин, это попадос, это залет боец. Что такое? Давай за мной. Так же. Давай, молодец. Все, поехали. По 10 раз на каждую руку. Вот это действие. Давай, пошли. Теперь лицо к кому повернулись. Сделали полшага от стены отошли. Полшага от стены. Стойка на руках, ноги на стенку закинули. Стоечка на руках, ноги на стенку закинули. Да. Взгляд вперед. Руками на синий не уходи, ближе к стене встань. Ближе к стене. Да. Молодец. Да, ближе к стене. Еще ближе к стене вставай. Конечно. Да. Ты тоже ближе к стене вставай, тоже ручки пройди. Да, ножки вверх, держим, ножки вместе, держим. Это очень тяжело. Я верю, что это тяжело. Держим. Кто не сказал, что это тяжело? Держим. Я знаю, мне тоже больно, и им больно, всем больно. Вся наша жизнь, это мы готовимся к стоечке на руках. Потому что, нет, две руки, две на ней руки. Да, потом вам надо это будет сделать на брусе. Прям на брусе, как раз вы делаете стойку. Сначала подготовьте. Да, пожалуйста, ноги подняли на стену. Держим. Легче этого нет ничего. Ну, есть, конечно, ничего не делать. Ножки вместе, да, держим. Устали? Да, ноги не держат. Руки. Ну, чтобы ножки укрепить, когда сейчас спиной к стене встали, сейчас покажу, как это будет. Чтобы укрепить руки, вы станете спиной к стене, облокотитесь и спокойненько. Вот такое положение. Как будто бы на стульчике сидите. Поехали. Спинка прямая, ноги ближе к стене. Не друг к другу, а к стене. Да. Все, стоим, таз пониже. Нет, здесь угол. Ноги ближе к стене. Ручки перед собой. Вам надо это сделать вот так. Вот так. Да, стоим.
Ноги ближе к стене. Да, ноги ближе. Вот как он. Вот как он с его габаритом. Все, сеть держит. Я вам помогу, вот так же. Ручки вперед, пальчики натянут. Вперед, как копье пальцы. Как копье. Держи. Держи, держи. Команды не было. Спинка прямая у стены. Раскатался по стене. Вот, конечно. Упал, встал, сразу же упал, встал. У меня это не... Давай, давай, давай. Можно упасть, но надо обратно подняться. Держим, держим, держим. Молодцы, держим. Такой. Ну, как бы четиришь, да, четиришь. Четиришь. Ножки, ножки шире надо. Ножки шире. Ножки шире, там, не ступняк, да. Друг на друга расстояние. Держи пониже, 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 пониже. От стены надо спинка полностью по спине, по стене. Вас сюда отправили, потому что вы, возможно, там филоны, что хотите знать. Подъем, подъем, подъем. Воды? Ну, наверное, да. Я не пью сам, но только быстро попил, пробежал. Есть вода? Да. Ну, быстро пробежали, попили и вернулись. Если хочешь, тоже с ним делиться. Следующий будет. Ручки в стене поставили, и задача максимально отойти сколько сможете, коснуться пола, подняться по стене. Коснуться пола и поднимаешься по стенке. Поехали. Ножками тоже подходишь, да. Потом опять отходишь. Ну, да, не смотри, все, ты уже должен начать выполнять. Ты уже сильный. Да. Максимально отходишь от стены. Ручками коснулись пола. И поднимаемся наверх. 8 раз. Сейчас все встаньте лицом к стене. Исходное положение лицом к стене встаньте. Исходное положение лицом к стене. По общей команде. Лицом к стене встаньте. Ближе к стене подойди, пожалуйста. Расстояние друг от друга одинаковое сделайте. Допустим. Все. Начали отходить от стены все вместе. Нет, нет, надо не просто, надо руками перебираться по стене, конечно. Перебираемся, ноги назад, отходим по полу. Коснулись, стоим, нет, стоп, стоим на полу. Ждем последнего, стоим на полу. И теперь поднимаемся по стене опять вверх. Поднимаемся по стене опять вверх. Быстрее, ждем последнего. Теперь опять отходим от стены, руками, 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 руками переворачиваемся, руками переворачиваемся, да, да, перепрыгаем, стоим, ждем последнего. Теперь опять руками поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Молодцы. Повернулись ко мне лицом, спиной к стене. Прижались спиной к стене, ручки подняли вверх, как вниз. Струнку вытянулись. Ножки вместе, струнку вытянулись. Пятки полностью к стенке. Полностью, пятки полностью. Вытянулись. Руки. И опять держи руки. Где руки круги лежат? Да? Взялись большими, молодец, взялись большими пальчиками. Да, и начинаем растягивать руки, пытаясь растянуть. Пальчики вместе. Да, как копья, молодец, прям растягивает. Сильный спорт, разрыв, можно прям брусиком. Ну, станете широкими, да? Вылезать в брусики, если не будете, отодвинул обратно, еще раз прям. Тянем, тянем, тянем. Пальчики прям в стороны тяни, пальчики вместе, как копья. Стоп, дай, сам. Молодец. Держи, держи.